И наш огурец, который вы знаете, мы начали как бы его активно пробивать в этом году, это Кантара или 12306. Позиционируемый сегмент, если вы хорошо все знаете, который зашел три года назад на рынок Украины. Чем он хорош, чем он отличается и чем он заслуживает нашего внимания. В первую очередь, он заслуживает своего внимания, это качеством плода. Если мы посмотрим на фотографии, то мы видим, что есть у нас наши основные гибриды. Кибрия, это считается наш основной гибрид Кантара. То Кантара весь период выращивания, как гибриды, не теряет качество плода. То есть он держит колючку, он держит размер, он держит соотношение. У кибрии иногда бывают вопросы с тем, что в жаркий период времени немножко у нас страдает качество плода. При этом кантара имеет хорошую силу роста растения, мощную корневую систему, и в отличие от он закладывает не по одному плоду в пазухе, а по 2-3, это тоже можно будет увидеть в нашей теплице. Также вы сможете увидеть плодовую нагрузку, то есть потенциал, который может дать растение. Характеризуется раннеспелостью, дружной отдачей урожая, высоким качеством зеленца, соотношение 3-2, горечи нету. Транспортабельный, пригоден для выращивания как в первом, так и во втором обороте. Вот. Если у кого есть вопросы, я готов на них ответить. Спасибо за внимание. По вкусовым качествам кантара имеет хорошие высокие вкусовые качества. Можете продегустировать в теплице. Она пригодна для переработки? Я не готов ответить на этот вопрос, по той простой причине, что мы не рассматриваем сегмент пленочных огурцов как для переработки. Возможно, она подойдет для переработки, потому что тот же самый хибу или тот же самый чайковский, он приходит для переработки. У кантары очень сходные родительские линии, что у тех и у тех гибридов, понимаете? Поэтому я не готов сказать, что да, и не готов сказать, что нет. Еще вопрос? Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.